Здравствуй, брат Иван. Передаю привет от всех родных. Мамы, Маруси, Марии Павловны и Лидочки. В настоящем письме сообщаю, что мы живы и здоровы. Год плохой, засуха, хлеба мало. Дают на трудодень 200 граммов, а на косьбе 800 граммов в день. Огороды не важны. У Маши картошка ничего лучше нашей. Из скотины одна корова, один теленок, 5 голов овец, 4 гуся. На базаре мука 3000 рублей пуд, масло 100 рублей, картофель 700. Феня обещает домой на время. Про папу на запрос отвечают, в списках убитых и раненых нет. Феня в Самарканде. Желаю наилучшего. Быть живым и смело бить фрицев. Спасибо за заботу обо мне, но сейчас мне очень хорошо. Я один дома из всех ушедших в РККА. В Скалиновке новички даже подчиняются мне. Пока, до свидания, ваш брат.